Министерство обороны Соединенных Штатов официально обнародовало список новой военной помощи Украине. Помощь на 1 миллиард 100 миллионов долларов предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Этот пакет помощи является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В частности, для нужд вооруженных сил Украины будет предоставлено 18 реактивных систем залпового огня М142 «Хаймарс». Также Соединенные Штаты включили в список 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин «Хамви», 150 тактических машин для буксировки вооружения, 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники, 2 радара для беспилотных летательных аппаратов, 20 многоцелевых радаров, противобеспилотные воздушные системы, а именно 12 систем «Титан», защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, бронежилеты и другое полевое снаряжение, финансирование обучения, обслуживания и поддержки. Американские реактивные артиллерийские системы М142 «Хаймарс» несут 6 ракет GMLRS для залпового огня или одну ракету NGM-140 «Атак-МС». РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. С новыми 18 М142 «Хаймарс» на вооружении украинских сил будет стоять 45 систем М142 и М270 под ракеты GMLRS. Напомним, Германия передала Украине 5 реактивных систем залпового огня МАРС-2. Недавно Великобритания удвоила количество реактивных систем залпового огня М270Б1, которые предоставляются Украине. С новой партией должно быть 6 таких РСЗО. Также вместе с последними поступлениями за последние 2 месяца в Украине в целом уже должно быть 16 систем РСЗО М142 «Хаймарс» от Соединенных Штатов, а с новой партией станет 34 единицы М142. «Хаймарс» несет 6 снарядов, М270 вдвое больше, 12 снарядов. Получается, что 45 таких артиллерийских систем Украины смогут одновременно запустить 336 ракет GMLRS. Спасибо за просмотр. Слава Украине!